У меня, кстати, есть фотография вот такой вот ложки с семинара Марии, с одного из семинаров, где мы просто, я не знаю, мы так... Она действительно, эта ложка, она очень твердая, то есть она, ну, ее нереально согнуть руками, но вот во время семинаров Марии мы как бы меняли как-то эту структуру, то есть она становилась, эта ложка, видите, она почти нежная, то есть это ты так не согнешь. Практически она наматывалась на палец, то есть это действительно такая реально крутая какая-то трансформация энергетическая. Конечно, ну, ложка — это не предел мечтаний, да, то есть кроме ложки мы еще также работаем со своими эмоциями, со своими чувствами, вот, но, честно говоря, то есть это меня очень впечатляет.